А раньше, как было, год назад, нормально, например. Более-менее нормально. А что, ничего не знаем. Ну, мы начали... Раньше много было хорошего. А что, у них не закрывается? Сейчас. Нет, у нас в сберкассах фактически сейчас большие очереди, потому что там фактически сейчас очень много платежей, переоформления договоров. А, все, понял. Они очень много времени занимают. Нет, переоформляют эти карточки, новые книжки, все это дело. Нет, было два стационарных кассира, и третий был еще на подмене. Сейчас они уменьшили количество людей. Сбербанк. Сбербанк, да. А люди получили пенсию. А там после сберут. Я вам приведу пример один. Я не знаю, как будут относиться к этому отдельные депутаты горсовета, но я считаю, что пусть как хотят, так и относятся. Значит, у нас Сбербанк арендует городской собственности много разного рода помещений. Они обратились к нам, чтобы мы не повышали им арендную ставку. Ну, в связи с тем-то, тем-то. Депутаты отдельные именно из этой комиссии, ну, в общем, не дали это сделать. Если сессия не проголосует, не получается. Не дали это сделать напрасно, потому что из-за непомерной арендной платы им пришлось, видимо, ужиматься в зарплатах еще в чем-то. Я думаю, мы рассмотрим этот вопрос. Быстро, правда, не получится, но месяца полтора мне надо. Это неправильно. Мне очень тяжело. Я пришел на... Депутатский корпус был тот же, я сам один из депутатов горсовета, и мне первый год было очень сложно, мы не находили иногда с отдельными депутатами общий язык. Но как бы сейчас притерлись, уже стало все намного лучше, и последний вот этот год, вот эти полгода, и бюджет, и все, что касается общественного транспорта, и техники, и ремонта лифтов, город грабят. Негодяи. Пользуются тем, что милиция плохо работает. 57 листов украли.